уже большая, и мне очень узнать захотелось, почему я именно такая, и как я на свет появилась. Я вопрос родным задавала, как же дети в семью попадают. Рассказала мне крестная мама, что родители не выбирают, а родители дарят небо, под которым они встречаются. И от этой встречи красивой у мамы дети рождаются. И берут детей папины руки, и по жизни ведут, охраняя. Мама с папой всегда будут рядом, прийти в жизни тебе помогая. Хорошо, я сказала, понятно стало мне, родила меня мама. А до мамы живая где? Все равно, твердила упрямо. Посмотрела на меня моя мама, и больше нет вопросов, точка. Все объяснила мне просто она. Ты жила в моем сердце, дочка. Ой-ой-ой, это что ж получается? В сердце у мамы мы все умещаемся. Катя, Аня,